Всем привет! Меня зовут Таня, и в этом видео я принимаю Don't Judge Challenge. Смысл этого челленджа – доказать, что самое главное в человеке, наверное, его внутреннее состояние. А нашу внешность очень легко изменить при помощи макияжа или при помощи каких-то других средств. В этом видео я бы хотела показать, как улучшить свою внешность при помощи макияжа. Так что, если кому-то интересно, оставайтесь со мной и приятного просмотра. Я начинаю свой макияж с того, что наношу на губы защитный слой масла ши. Он очень хорошо увлажняет губы. На лицо я наношу CC-крем. У него очень легкое покрытие, так как сейчас лето. Это идеальная основа для меня. Чтобы закрепить CC-крем, я использую минеральную основу от Benecos. У нее органический состав, нет парабенов, каких-то силиконов. Мне она очень нравится. У меня тон medium beige, если я не ошибаюсь. Она хорошо держится, не заходит в складки. Так что я советую. Под глаза и на какие-то точки, где у меня проблемные зоны, я наношу консилер. Консилер у меня от Essence. Это неплохой консилер, но у него тоже такая консистенция, что он не очень хорошо скрывает какие-то неровности. Затем скошенной набитой кисточкой я приступаю к контурированию. Для этого я использую бронзер от Kiko, наношу его под скулы, чуть-чуть на подбородок, потому что у меня овальная форма лица, и чуть-чуть около линии роста волос. Затем я беру кисточку для блаша и наношу его прямо на щечки. И чуть-чуть на подбородок и на нос, чтобы все казалось естественнее. Затем приступаем к макияжу глаз. Я наношу консилер на века, чтобы тени держались дольше. Беру второй цвет с палетки Essence и наношу его на целое подвижное веко. При этом я использую простую плоскую маленькую кисточку. Затем беру тени потемнее и затемняю уголок глаза и складку.
Сначала наношу тени той же плоской кисточкой, а потом рассушевываю их рассушевочной кисточкой. Затем наношу на ресницы тушь. Мне эта тушь очень нравится. Она стоит где-то евро, не знаю, 4 евро, наверное. Ну, это просто бомбшел тушь. Так что я советую эту тушь, если кто-то хочет огромные большие ресницы. Той же кисточкой, что я использовала для блаша, наношу немножко хайлайтера на скулы, на спинку носа, на верхнюю губу немножко и на подбородок чуть-чуть. Лицо делается сразу же такое сияющее, ну и появляется естественный блеск. Мне этот эффект очень нравится. Брови я буду оформлять только при помощи туши от Maybelline. Оттенок у меня Dark Blonde. Он идеально подходит цвету моих бровей. И поэтому использую только тушь. Так как макияж легкий все-таки, я предпочитаю использовать только тушь и не затемнять брови никаким карандашом. Сейчас приступаю к губам. Я наношу сначала карандаш от Essence и растушевываю его пальчиком. Как завершающий степ я наношу Volumizing Lipstick от Catrice. Он визуально делает губы немножко больше. Вот и все. На этом макияж закончен. Я надеюсь, что вам понравилось.
Спасибо всем, кто смотрел это видео. Если вам понравилось, поддержите меня. Я буду очень рада. Всем спасибо большое. Всем пока.